В детских садах Муравленко продолжается реализация исследовательского проекта «Ботаникус», который несколько лет назад стал победителем конкурса «Бюджетная инициатива граждан». На календаре середина лета, а это значит, что сейчас в теплицах уже зреет новый урожай. Посевная кампания в дошкольных учреждениях начинается с приходом первого весеннего месяца. Детсадовцы дружно высаживают семена овощей, зелени и цветов. В уличные теплицы рассада переезжает в начале июня. Если убирать усы у огурчиков, то огурчики урожай дадут богатый, и огурцы будут вырастать какие? Вот такие. В теплице детского сада «Теремок» огурцы – особая гордость. Первый урожай детсадовцы собрали еще в июне. Инициативная группа опытно-исследовательского центра «Ботаникус» определила, какие семена лучше всего приживаются в суровых северных условиях. А в этом году аграрии из «Теремка» пошли на эксперимент, добавив к давно проверенным сортам новые. Мы посадили огурцы, китайские палочки. Эти огурцы, они очень такие интересные, вырастают от 35 сантиметров до 55 сантиметров. Несколько видов перцев и помидор, баклажаны, различная микрозелень, разнообразие цветов и даже земляника, чего здесь только не выращивают. Воспитанники «Теремка» внимательно следят за каждой культурой, записывая все изменения в дневниках. Детсадовцы научились посынковать томаты, распознавать и убирать пустоцветы завязи огурцов и даже изобрели свой собственный способ опыления. Ребята очень любят ухаживать за всеми культурами. Они рыхлят землю, поливают, опрыскивают, убирают засохшие листья. Ну и, естественно, мы их учим, что для того, чтобы был более богатый урожай, есть особенности, вот особенно у огурцов, да, что надо убирать пустоцветы. Я сейчас открою вам. Держи. По одному каждый. Да, я сейчас сорву еще, ребят. Попробуйте. Сладкий горох в теплице детского сада «Олененок» созрел совсем недавно. Пришло время снимать пробу. Детям нравится. Еще бы, то, что выращено своими руками, всегда вкусно. За каждой возрастной группой была закреплена определенная овощная культура. Дети, воспитатели и родители провели целую исследовательскую работу. Они изучали это растение, высаживали, ухаживали, защищали проекты. На базе «Ботаникуса» в Олененке выращивают более 30 видов овощных культур. Ежедневно во время прогулки воспитанники посещают теплицу, чтобы полить, прополоть сорняки и опрыскать растения. Этот труд детей, конечно, будет оценен. Эти овощные культуры, с этих овощных культур будут приготовлены вкусные салаты. Анна Мария, Сергей Лукович, новости Муравленко.